Всем привет, ребята! Вы на канале Sober Vision. В этом выпуске я вам расскажу о своих муравьях Colobopsis truncatus. И это будет не просто рассказ, а трэш-заселение. Сейчас у меня уже достаточно этих муравьев для того, чтобы можно было их переселить в формикарий. Но переселять мы будем не в обычный формикарий, не новый, изготовленный, идеально все вылизанный, вычищенный и подготовленный для заселения. Сегодня мы их заселим в старый формикарий с трупами муравьиными. Этот формикарий у меня уже давным-давно стоит, в нем также жили Colobopsis truncatus, но после неправильно проведенной зимовки они все погибли. И прямо в этот формикарий к трупам мы заселим наших новых муравьев и посмотрим, как говорится, на их реакцию. Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин Unkeeping Depot. Не упустите возможность приобрести редких муравьев, эксклюзивные формикарии с доставкой по всему миру в короткие сроки. Ссылка в описании. Итак, ребята, семейка Colobopsis truncatus прилично увеличилась в численности. Их здесь находится уже около 30 штук, 30 рабочих. Появились первые солдаты. Солдаты имеют уже такие же головы, как у матки, скругленные, выполняют функции, как вы уже знаете, это затыкают своими головами вход в гнездо и, как живая дверь, открывают в случае того, если пришли свои муравьи, которых они распознают по запаху, обмену информацией с помощью усиков и так далее. В этой пробирке у меня уже закончилась вода, и их необходимо переселять. Я долго думал, куда их переселять, и решил в качестве такого небольшого разнообразия сделать трэш-переселение, переселить этих муравьев в старый формикарий, где еще лежат трупы с муравьями. Посмотрим, что будут делать с этими трупами муравьи. Как мне кажется, что они должны все вычистить, подготовить свое жилище и занять его и жить в нем. В общем, будем смотреть. Так как вода закончилась, нельзя уже терять времени, а займемся сейчас самим переселением. Итак, ребята, перед вами мой старый формикарий, который уже 500 тысяч лет стоял у меня на полке, весь покрытый пылью. Пыль я с него смахнул. На арене также продолжают оставаться трупы муравьев, тараканьи лапы, тараканьи тела. Ну а в гнезде, конечно, целый ужас. Целая семья Компонотус Трункатус, которая там погибла. Ничего делать с этим я не собираюсь, а прямо сейчас поместим на арену пробирочку с нашей семьей трункатусов, откроем ватку, и муравьи, которые так уже хотят давно переселиться из этой тесной пробирочки, им уже там плохо, их много, а пробирка маленькая, и тем более в пробирке нет воды. Самое время их переселить, так как бы удобнее ее разместить. Так, ничего не получается пока. Хотелось бы, конечно, вот так вот поближе ко входу в гнездо, чтобы они могли быстро переселиться. Но это не получается. Поэтому оставляем, ну как, естественно, трэш-переселение оставляем так, как есть. Пускай сами найдут себе новое гнездо. Ну а мы будем за ними наблюдать. На сегодня я предлагаю муравьев оставить в покое. Посмотрим, что с ними будет завтра. А, все-таки решил, ребята, еще немножко поснимать сегодня. Несмотря на то, что я говорил, что муравьев оставим в покое, нет. В покое мы их сегодня не оставим пока что. Начинается самое интересное. Самое интересное – это переселение. Муравьи начинают потихонечку вылезать из своей пробирки. Осваиваются в новом доме. Пока еще никто ни разу не залез в новое гнездо. Точнее, в старое гнездо. Гнездо с трупами. Муравьи вылезают. Пролезают по вот этому своеобразному мосточку. Некоторые уже даже по дубовому полену ползали, но пока еще никто не залез в это гнездо. Продолжаем за ними смотреть, но пока никто не хочет осваивать новое гнездо. Давайте, ребята, поактивнее. А пока они осваиваются в новом гнезде, посмотрим, какое шикарное у нас здесь, какая шикарная у нас арена. Жопка от таракана. Голова от таракана, лапа таракана, какая-то жопка от таракана, ножка от таракана, труп муравья, лапа от таракана, спинка от таракана,
В общем, наборчик, что ни на есть, самый подходящий для того, чтобы на этой арене осваиваться и ползать по ней. Так, вот я вижу уже некоторые муравьи ползают у нас по дубовому основанию, в котором у нас находится само гнездо. Но пока никто еще не залез в само гнездо. Вот же вам вход. Подписать, что ли, надо? Так, давай, ползи. Ползи внутрь залезай. Ползи и залезай внутрь. Я понимаю, что все внимательно осматриваешь. Да, вот, даже на верхней. Так, а у меня здесь, кстати, антипобег не нанесен. Надо антипобег наносить. А может и не надо. Скорее всего, надо. Пока, по крайней мере, из самого формикария никто не вылез. Наверное. Нет, вроде бы никто не вылез. Все ползают по внутренней стороне. Ну а в гнездо пока так никто и не залез. Все ползают вокруг. Ну что, ребята, трэш-заселение в самом разгаре. А точнее, уже не в разгаре. Прошли сутки, и муравьи все полностью покинули свой инкубатор. На арене, как вы видите, сейчас нет ни одного муравья. Давайте посмотрим, что же происходит сейчас в гнезде. А вот и гнездо. Заселение произошло просто молниеносно, ребята, практически за час. Хоть я и снимаю уже спустя сутки, но я проходил мимо этого формикария и смотрел, что уже где-то в течение часа все муравьи сюда переехали. Что же происходит у нас на входе? Дежурит ли у нас солдат? Пока тяжело сказать. Вроде бы да. Вроде бы да, кто-то там сидит у нас. Потом перевернем камеру, посмотрим получше. В первом модуле, в первой комнате находится несколько рабочих. Если мы посмотрим дальше, у нас также часть рабочих находится в соседних комнатах. Ну и основная часть, я не знаю, почему они тут находятся, всем здесь нравится. Здесь находились и предыдущие муравьи. Как вы видите, трупы еще находятся в гнезде. Пока выносить, хотя у нас здесь была маточка, и они перенесли их на нижний ярус, сюда на гипсовую основу. Но пока трупы никто не вынес на арену почему-то. Я предполагал, что они это сделают очень быстро, так как они будут здесь мешать. Но этого не произошло. Муравьи решили трупы не выносить своих сородичей, а пока оставить их в гнезде. Посмотрим, что с ними будет дальше. Один из солдат, я вижу, что находится вот здесь вот, пытается охранять вход в гнездо, пытается пропускать муравьев, которые сюда идут. И основная вся наша семья находится вот в этом, вот в этой комнате. В принципе, в которой уже и жили у меня муравьи. Не знаю, почему они так полюбили эту комнату, но они все находятся здесь. Сейчас посмотрим, кто же охраняет вход в гнездо. Приподнял я сейчас немножко формикарий. Поставил его так, чтобы было видно хорошо. Как вы видите, вход в гнездо полностью никем не охраняется. Там нет никого из муравьев. Все они находятся вот в этой комнате. Не хотят они пока охранять свою семью, именно вот, как я и предполагал, вот в этом входе. Ну что, надо их покормить. Прошли уже сутки, как муравьи не кормлены. Давайте покормим их скорее. Предлагаю немного похозяйничать у них на арене. Убрать отсюда инкубатор. Он теперь здесь больше не нужен. Также уберем ватку. На ней не осталось у нас ни одного муравья. И положим небольшую тарелочку, которую я сделал из фольги. Прямо возле входа. Как вы помните, вот я в тот раз, в предыдущий раз, когда у меня здесь жила семья, я устанавливал тарелочку прямо возле самого входа. Вам здесь не очень хорошо видно. Вот я вам так поверну, покажу. Вот прямо вот здесь вот я приклеивал ее с помощью термоклея и устанавливал сюда тарелку, на которую я наливал сироп. Муравьи очень аккуратно и вылазят на арену только с наступлением полной темноты. Очень осторожные, очень осмотрительные. Вот, посмотрим, как себя будет вести эта семья. В принципе, по численности она примерно такая же, как и та, которая у меня жила. Нальем им немножко медового сиропа. Увидеть то, как они вылазят, это, в принципе, практически нереально, ребята. Я говорю, вылазят только, когда уже все успокоится, будет темно, формикарий никто не будет дергать. Только после этого есть возможность, что муравьи вылезут на арену и будут лакомиться медовым сиропом, который мы им накапали в тарелочку.
Да, ребят, я, конечно, не ожидал, что муравьи продолжат жить с трупами. Трупы находятся прямо в той комнате, где живет основная часть колонии. Я думал, что сразу первым делом они их вынесут из этого гнезда. Но этого пока не произошло. Напоминаю, прошли всего лишь одни сутки. Может быть, завтра мы уже увидим то, как муравьи вытаскивают все свои трупы, которые у них здесь припасены, и очищают гнездо. Готовят его для того, чтобы в нем полноценно жить, выращивать новое потомство. Кстати, насчет потомства. Весь расплод сейчас находится там же, где и основная часть этой семьи. Все сгруппировались, ну, потому что я включил лампы, немножко они напугались, притихарились, кстати. Это одно из качеств этих муравьев, колобопсисов, трункатус, потому что если малейший какой-то шорох, шум, они притаиваются, затаиваются, очень тихо себя ведут, и вообще такое ощущение создается, что они умерли или что-то такое. В общем, они пытаются как-то слиться с местностью, притвориться мертвыми, затихариться, вот, не проявляют особой активности. Такая у них особенность. Давайте ждать. Может быть, завтра они смогут вынести все эти трупы на арену. Посмотрим. Все-таки, ребят, муравьи достаточно были голодные. Как вы видели, животики у них были совсем пустые. Только я перестал снимать, начал поворачивать формикарий. И посмотрите, вот он уже рабочий вылез. Рабочий вылез и вовсю лакомится сиропом. Вот он набил свое брюшко. Посмотрите, сразу появились характерные светлые полоски на нем. Обязательно умыться после того, как поел. И теперь главное, чтобы он нашел дорогу домой. Нет, что, он еще хочет подкрепиться? Нет, подкрепляться он, наверное, больше не будет. Самое главное, что я только что говорил, что они очень такие аккуратные и вылезут только после того, как наступит темно. Но голод не тетка. Все-таки он заставил муравьев пойти на риск, отправить одного рабочего для того, чтобы он принес семье долгожданную углеводную пищу. Вот возвращается назад рабочий. Да, смотрите, спокойно нашел вход в гнездо. Так, а залезать обратно он не хочет. Или он прям там кому-то из своих сородичей передает медовый сироп. Непонятно. С той стороны он залез, а из этого отверстия, с этой стороны, он пока не вылазил. Да, ребята, скорее всего, трофолаксис происходит прям внутри вот этого вот отверстия. Там, скорее всего, сейчас находится два рабочих, и тот, который напился сиропа, передает сироп другому рабочему. А этот уже, скорее всего, побежит в основную семью и понесет туда долгожданную еду. Брюшки-то у всех, вон, посмотрите, совсем маленькие, совсем черненькие. Ни одной полосочки нет. Поэтому этот сироп все очень ждут. Тем более у муравьев был такой большой стресс, переселение. Да еще и трупы лежат в гнезде. Поэтому самое время подкрепиться. Да, ребят, вы посмотрите, вот и вылез из входа в гнезда второй муравей. У него брюшко уже не так сильно заполнено, но видно все-таки, что первый рабочий передал ему сахарный сироп, точнее медовый сироп. Он умывается, но нести этот сироп к основной части семьи он не собирается, я так понимаю. Будет ждать продолжения банкета. Посмотрите, а тот тем временем отправился за добавкой. Вот так вот. Два рабочих здесь устроили пир, пока вся остальная семья ждет, когда же им принесут столь долгожданный медовый сироп. Вот такие вот они. Колобопсисы. Очень интересные муравьи. Классное поведение. В общем, эти муравьи не похожи ни на кого из остальных. Самое главное, что интересный у них внешний вид. Особенно у солдат. Такие прикольные головы. Ну что, ребята, давайте оставим эту семью в покое. Пускай они спокойно кушают. Завтра мы им дадим какой-нибудь белковый корм. Но я надеюсь, ребята, все-таки вы вынесете эти трупы, которые здесь находятся. Давайте, постарайтесь. Порадуйте меня завтра. Ну что, ребята, прошло еще пару дней с момента того, как в этом формикарии живут колобопсис трункатус вместе с трупами. И как мы видим, по входу они начали наводить там немножко порядок. Несколько муравьев уже вынесены
на арену. И почему-то они решили их положить в тарелку. Так я смотрю, что новых вроде бы муравьев здесь нигде по углам не прибавилось. Самые дальние углы обычно муравьи любят устраивать, в самых дальних углах любят устраивать мусорку, выносить туда трупы муравьиные и остальные остатки своей жизнедеятельности. Но пока я этого не вижу. Немножко вот вынесли они муравьиных трупов на арену. Давайте теперь посмотрим, что у нас внутри. А внутри, ребята, у нас тоже, в принципе, без больших изменений. Частично муравьи начали, конечно, наводить порядок. Они также находятся вот в этой центральной камере, где и предыдущая колония муравьев. Но глобально они не вынесли никаких муравьиных трупов. Трупы продолжают лежать на дне формикария, в гнездах. И частично здесь вот в других камерах еще тоже находятся. В принципе, семейка заселилась. Вот, я их буду сейчас кормить туркменским тараканом, положу, по крайней мере, им. Это муравьи такие достаточно скрытые, поэтому я не думаю, что они прям сразу выбегут на этого туркменского таракана, начнут им лакомиться. Будем продолжать наблюдать за этой семьей. Я надеюсь, что в ближайшие хотя бы несколько дней они наведут здесь капитальный порядок, и будет у них здесь чистота. Все, положил я им на арену таракана. Оставляю им его дней на 5. В ближайшие 5 дней я не планирую кормить эту семью. Будет существовать автономно. В принципе, формикарий я увлажнил немножко. Тараканчика им положил. Единственное, что я пока не наливал им воду в эту поилку. Но пока я делать этого не буду из-за отсутствия времени. Думаю, в принципе, пока им столь критично не нужна вода. Потому что они недавно только были в пробирочке. Там была водичка и все такое. В общем, пока водички им не предвидится. Воду я налью дней через 5. Что еще можно отметить из особенностей, это то, что солдат находится не во входе в гнездо, вот в самом начале здесь, где у нас есть отверстие специальное, а солдат находится на входе в отдельную камеру, в которой заселили сейчас все муравьи. Он здесь постоянно находится, пропускает, впускает тех муравьев, которые с этой стороны пролезают. Посмотрим, может быть, после того, как семейка разрастется, он наконец-таки займет свою позицию, которая предполагалась, что он будет стоять вот здесь вот на входе в деревянное гнездо. С момента того, как я положил таракан, прошло уже около 30 минут, пока все равно никто не вылазил, но какие-то движники в гнезде начались. Муравьи более стали активно ползать по нему, передвигаться. Видимо, все-таки какой-то запах живого белка вкуснейшего поднимается к ним сюда, формикарий, и они заинтересовались им, но пока боятся выходить, потому что вокруг света все такое. Ну а сейчас на 5 дней я оставляю ее. Я вынужден сейчас немножко уехать, поэтому все-таки водички я им налил. Хоть я и говорил, что водички не буду наливать, на всякий случай воды налил. В принципе, гнездо у меня увлажнено, и они смогут спокойненько 5 дней подождать, пока я приеду. Дальше я вам также буду показывать, что с ней происходит, поэтому не забывайте подписаться на канал, обязательно нажмите колокольчик, видео, возможно, в ближайшее время будут выходить чаще, чтобы получать своевременное уведомление. И всем пока. Стойте, 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 ребята, не выключайте видео. Хочу вам показать небольшое послесловие. Сейчас включится машина времени, и уже прошло 5 дней с того момента, как я уезжал. Сейчас я вам показываю, что находится у нас на арене. Как мы видим, в кормушечке прибавилось муравьев, их стало здесь намного больше. Также муравьев стало, точнее, ну не самих муравьев, естественно, а трупов муравьев стало больше и на самой арене. И теперь давайте перевернем формикарий и посмотрим, что у нас в гнезде. А внутри, ребята, посмотрите, какая красота. Я вижу только один труп. Ну и вот еще жопку вижу. Или две жопки осталось. В общем, осталось буквально 1-2 муравья, которые они не вынесли. Остальные все трупы находятся на арене. Они полностью почистили у себя гнездо. Навели хороший такой порядок. И теперь эта семейка готова полноценно здесь жить и развиваться. Скоро уже будет у них совсем зимовка. Я думаю, что как я их буду готовить к зимовке, я вам обязательно это покажу. Так что муравьи молодцы, все вычистили. И теперь формикарий с трупами превращается в обычный формикарий. А теперь уже, да, всем спасибо за просмотр и всем пока!